У складі постоянної комісії по розвитку соціальної сфери одразу нескільки керівників медицинських установ. Реальну ситуацію зі здоров'ям населення вони відають, як ніхто інший. Державна програма «Здоров'я населення і демографічна безпека» реалізується з 2016 року. І за цей час шерех показчиков не просто поліпшився, а почав відповідати сусвітному узровню. Положительним можна назвати той момент, що ми нескільки сократили смертность населения. Положительным моментом можно назвать то, что мы на 45% в этом году снизили младенческую смертность, на 6% снизили детскую смертность. Показчик смертности сирот немовлят на Гомельщине зараз удвоя меньше, чем планировалось еще 3 года тому. Разом с тем, не все так добро. Когда медицина заработала значный крок наперед и теперь может помочь на вот у самых складанных выпадках, то количество молодых женщин, которые ожидают стать мать, уменьшается. Гомельская область снова старее. В сравнении с минулым годом, все это снижение нарожайности больше на 7%. Сирот основных причин называется уменьшение количества зарегистрированных шлюбов. Вот уже в Калинковском районе за первое полугодие этого года 140 новых молодых семей, супроти 170 лет, отремливается минус 16%. Не глядя на то, что здоровье человека у первую чергу залежит от его самого, основную увагу по час военного посяджения надали развитию медицины. Проведенную в Беларуси диспансеризация реальную картину здоровья населения с власти не дозволила. Частка дорослого населения до медиков не зверталась. Для того, как не допустить погоршения ситуации, летость у Калинковском районе створили мобильные медицинские бригады, которые проводят обследования непосредственно на предприятиях. У вынику выявлены хворобы у людей, которые лечили себе здоровыми. Именно то население, которое не проходит диспансеризацию, мы отрабатываем. Это снятие КГ, это осмотр, это значит, измерение давления и базисные анализы взятие. И в том году было порядка 2500 было осмотрено, из них порядка 350 взято на разные виды учета, что позволило вовремя назначить какое-то лечение и дальше уже наблюдать этих пациентов. В этом году мы это тоже продолжаем практику. У нас выездные бригады не только на город, и на село. Згодно с официальными данными, первое место у структуры смертности на Гомельщине занимают хворобы системы кривозвороту, выкликанные у тем лику неправильным харчеванием. Долучение людей до здорового ладу життя сегодня увогуле одна из задач органов местного керования и самокерования. У Калинковском районе упор зробили на проведение семейных спортивных мероприятий и популяризацию агульнодоступных спортивных занятков. На кшталт поездок на велосипеде. Згодно с опошними питаниями, зараз 30% жыхароў райцэнтра прытрымліваюцца здаровага ладу жыцця. На практыцы гэта амаль 20 тысяч чалавек. Павысіць надо папулярызацыяй і паказам свайго собственнага прымера. Мы, например, для того, чтобы ввести скандинавскую ходьбу, просто выходили на улицы города и ходили вместе с палками. Для того, чтобы повысить популяризацию велосипеда, мы каждый месяц проводили велопробеги по улицам города. И таким образом вовлекается. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Калинковский район.